Привет, привет. Смотри, какие ели, да? Красивые. А у меня будет просто прогулка. Буду просто гулять и наслаждаться жизнью. Вот такой снежок. Мне почему-то кажется, что если снимаешь что-то, даже природу, кстати, это второй мой опыт, снять что-то из окружающей среды. До этого я снимала книжный магазин. Мне кажется, что нужно как-то комментировать, что-то рассказывать, иначе будет скучно смотреть. Но это, опять же, тоже такая форма угодничества, да, вот сейчас... Смотрела книжку про границы, там об этом сказано, да? О, какой красивый кадр, да?